Редакція телеканалу може не поділяти суб'єктивну думку гостя. Проте ми транслюємо цю програму, адже суспільство має право чути висловлювання різних людей. Редакція із задоволенням надасть право на відповідь всім особам, які були згадані у програмі. Здравствуйте, люди! Рад приветствовать вас в принципе Гольдерба. Надеюсь, что с вами все в порядке, с вашими близкими все в порядке. Сегодня конец рабочей недели. Давайте с одной стороны выдохнем ненужные эмоции, переживания, побудем с близкими, со своими, с теми, кому доверяем. С другой стороны, выключите какой-то матери ток-шоу, пожалуйста, и смотрите нормальные умные программы, либо хорошие фильмы. А лучше читайте книги. Но если телевизор, то нормальные программы, где четко и понятно подают информацию, где не обманывают, где все логично, а самое главное – доказательно. Ток-шоу, все ток-шоу направлены на то, чтобы запудрить нам с вами мозги. Поэтому выключайте ток-шоу. Какие бы модные фамилии там ни свистели, ни шумели, ни светились. Добро пожаловать в «Принцев гольдерба Сегодня несколько важных вещей хочу вам сказать, поэтому, пожалуйста, пока не звоните. Если у нас останется время, то в конце программы мы поговорим. Итак. Давид Жвания, помните, да, тот, который сейчас изобличает Порошенко и всю эту клику в государственном перевороте выпустил пятое видео пятое видео обращения генеральному прокурору Венедиктовой, в котором указал, кто давал команду отправлять войска в очевидные проблемные зоны в очевидную западню, кто вмешивался и э, что за этим последовало, вы знаете без меня вспомните пятилетней давности события, но я не хочу цитировать желанию Давайте включим прямую речь, пусть он сам рассказывает. Ровно 6 лет тому назад, в последней декаде июля 2014 года, по решению Порошенко, предпринято наступление на Луганск и Донецк. Наступление с самого начала проходило с огромными трудностями для украинских воинов. С самого начала ничего не получалось, хотя были локальные успехи. Генеральный штаб предупреждал о том, что наступление завершится военной катастрофой. Но Порошенко не слушал профессионалов. Он гнал армию вперед. Чтобы военные ему не мешали, в последние дни июля произошло фактическое отстранение Генерального штаба от управления операцией. Наступлением по поручению Порошенко стал руководить известный рейдер Геннадий Корбан. В конце июля 2014 года именно Корбан, не имея на это никакого права, возглавил безрассудное наступление погнал наших ребят на убой. Чем это закончилось, мы все хорошо помним. Иловайск. Тогда Порошенко боялся нового Майдана. Боялся патриотов, которые требовали настоящих реформ. В Киеве тогда проходили ежедневные акции протеста. А после Иловайска протестовать стало некому. Все погибли. Вина за провальное наступление 2014 года именно на Порошенко, который в самые трагические дни Иловайска спокойно регистрировал офшоры. Я не буду сейчас оценивать слова жвания, их оценить должны в рамках судебных разбирательств специальные эксперты, есть понятие военно-судебная экспертиза и специалисты генерального штаба, стратегии тактики в состоянии давать оценку действиям и бездействием любого командира. Я хочу вспомнить одну, один эпизод, в конце 2018 года, в прямом эфире я тогда еще имел возможность вести эфиры на НьюзВане. Кстати, после подобных эфиров моя возможность была закрыта на этом как бы оппозиционном канале. Ну да бог с ним. Так вот, у меня в гостях был украинский генерал, первый зам начальника генерального штаба Думанский который рассказывал тогда в прямом эфире о том, еще раз, это было в 2018 году, это сейчас все смелые, когда э, все меняется, да? а тогда э, ну, в шоке были все от того, как такое можем выводить на телевизор. Так вот, э, Порошенко тогда президент, верховный главнокомандующий и генерал Думанский. Первый заместитель начальника Генерального штаба Украины рассказывал о том, что как только а он руководил войсками на... Ну, украинскими войсками на линии соприкосновения, как раз конец 2014 года. Именно он договорился тогда о прекращении огня. Именно у него получилось обменять людей. Несколько сотен человек ему вернули, он тоже вернул. То есть как генерал, как человек, имеющий специальное образование, выучку и так далее, он понимал, к чему идет эта война. Он понимал, кто в кого стреляет, он понимал, чем это закончится. И он тогда сделал все для того, чтобы стрельба остановилась. Буквально на несколько дней повисло перемирие, настоящее хорошее перемирие. Как Думанский получил бумагу о том, что его отзывают оттуда, в Киев, и туда прислали уже других людей. Если сопоставить то, о чем говорил э, генерал, с тем, что сейчас говорит Жвания, то многое сходится. А если сопоставить с тем, что было дальше, что мы с вами уже знаем, чему были мы свидетели. Да? Помните, например, конец 2018 года, прямо перед выборами Порошенко пытается придумать любым способом военное положение и осенью отправляет на верную смерть украинских моряков. Если все это вместе сопоставить, то я считаю, что жвание говорит правду. Для бывшего президента не важно было количество трупов, количество крови и так далее. Для него важно было остаться президентом и грабить страну, продолжать грабить страну. Но сейчас вот о чем. Сзади на фото два человека, ну или один точно еще человек – это Порошенко и генеральный прокурор от Зеленского, мадам Венедиктова. Венедиктова. Да. Жвание в эфир рассказал достаточно четко, достаточно подробно, достаточно логично, доказательно о том, как группа лиц во главе с Порошенко, куда входили Кличко, Пашинский, Турчинов, ну и прочие соучастники, э, сорганизовались в организованную преступную группу, и Жвания туда же входил, и э, приняли меры к совершению государственного переворота. И потом вошли во власть Украины. И Жвания рассказывает об этом каждую программу свою небольшую. Вот он записывает эти ролики, выбрасывает, записывает, выбрасывает. По несколько минут, но достаточно емко и достаточно информативно. Это есть заявление соучастника тяжких преступлений о совершенных преступлениях, о взяточничестве, о злоупотреблении, о захвате власти, о покушении на государственный строй, государственную целостность и так далее. Он это все рассказывает. Параллельно депутат Деркач выставляет в эфир на весь мир записи разговора Порошенко, где он докладывает, как он сдает иностранному государству интересы страны и деньги украинцев. Параллельно с этим мы с вами являемся свидетелями и являлись свидетелями четких фактов и действий президента Порошенко и его клики, которые абсолютно укладываются в те моменты, которые... Сегодня поднимают э, два вот этих деятеля, Деркач и Жвания. Параллельно с этим американское правосудие ведет расследование в отношении коррупционных действий э, клики Порошенко по выведению, как сказал э, советник американского президента Джулиани, 100 миллиардов долларов из Украины. Ну, понятно, добытых незаконным путем. Итак, четыре мощнейших направления. Казалось бы, генеральный прокурор, такая вся честная, объективная, зеленая, в смысле зеленая от Зеленского, а значит не замазанная должна быть ни соросятами, ни поросятами, ни кем. Должна бы, была бы объявить о начале расследования и начать расследование. Но этого не делается. Жвание каждую передачу рассказывает ей генеральный прокурор. А, еще, извините, пятый момент я упустил. Пятый момент, пятое направление – это где итальянцы разыскали грузин, которые стреляли по майдановцам. Снайперы. Они есть, они живые. Их надо просто брать в оборот, допрашивать, проводить следственные действия, выяснять, кто именно давал команду. Поруби, Пашинский, что они там делали, почему со снайпер, ну и так далее. Это надо заниматься. Следователи знают, что нужно делать. Прокуроры нормальные, если остались еще, они знают. Пять направлений, да? И вот генеральный прокурор должна была бы начать уже расследование. Я понимаю, она не специалист в уголовном судопроизводстве и тем более в досудебном расследовании. Я готов рассказать, что нужно сделать. Я знаю, что вы и ваши подчиненные смотрите эту программу. Запишите, я могу продиктовать вам по пунктам, что для этого делается. Первое: у вас есть официальное заявление уже не одно, уже целая толпа, а также сообщения из средств массовой информации. Это все поводы для регистрации уголовного производства. Основанием является то, что формально усматриваются огромный набор составов преступлений в том, о чем узнала вся страна и весь мир. Регистрируете уголовное производство, поручаете группе следователей и группе прокуроров расследовать это дело. Желательно, чтобы это были прокурорские старые кадры, которые понимают, что такое досудебное расследование. Найдете, там у вас в Генеральной прокуратуре 10 тысяч голов. Итак, это первое. Второе немедленно допрашиваете, вот в случае со самого жванию, четко, обстоятельно, от начала того, как они сели за стол делить Украину и делить барыши Украины, по ролям, кто, что и так далее и тому подобное. Опять же, следователи, прокуроры знают, как это делать. После этого, а, допрашивайте желательно в присутствии следственного судьи, чтобы потом этот допрос стал доказательством. У ПК ваши подчиненные должны знать. Вас может оно не касается, но ваши должны знать. Спросите у них. Там вы себе советника взяли, он очень мудрый человек, подскажет. После того как вы это закрепили, проводите следующие следственные действия. Вызываете на допрос всех этих Турчинов и прочее, прочее, прочее когорту. проводите очные ставки. Но ну, э -э -э -э. Сейчас это другое название имеет, но ну, неважно, вы поймете, ваши поймут. Очные ставки между ними. Где жвание будет изобличать этих людей, глаза в глаза. Это все реально, это все можно сделать. Фиксируете это при помощи следственного судьи. При необходимости проводите обысковые мероприятия, допрашивайте других людей, на которых вам укажет очевидец и участник преступления. Допрашивайте этого Климкина, который передавал взятку, по его словам, в 5 миллионов евро привлекаете к этому генеральных прокуроров Германии, Франции и других стран ЕС, где эти коррупционные европейские чиновники окопались и которые помогали Порошенко. Вот небольшой пул работы, который необходимо сделать. При этом параллельно. Давно нужно было, вы обязаны были это сделать, назначить судебно-фоноскопическую экспертизу, чтобы доказать, что голос на пленках, который опубликовал Деркач, принадлежит Порошенко. Если вы это докажете, у вас полное основание вменять Порошенко все весь набор статей от государственной измены до завладения чужим, а именно государственным и украинских граждан имуществом, то есть деньгами. В особо крупных размерах, злоупотребляя служебным положением, в составе организованной группы и прочее, прочее, прочее. У вас все для этого есть. Параллельно группа может работать со снайперами, с очевидцами. Вы сейчас начинаете рассказывать, что не можете найти дела Майдана. Не можете. Я вам рассказываю, как расследовать вот это дело. И оно будет доказываемо. И ваши прокуроры не будут выглядеть клоунами в суде. Они докажут вину в данном случае всех членов организованной преступной группы. Очные ставки, обысковые мероприятия, там, где нужно, оперативно-технические мероприятия, следственные действия, допросы. Все, все это возможно, и все это уже никуда не потеряется, оно уже есть. Жвание живой. А это кто? А зачем он сейчас? Уберите его, поставьте тех двоих. Жвание живой, а -а -а... грузины живые, все живые, занимайтесь ими, Венедиктова. Прошел месяц с того момента, как соучастник в организованной преступной группе соучастник переворота рассказал о том, что происходило на самом деле. Месяц. А вы не расследуете дело. Это уже не говорит о том, что вы не понимаете, что делать. Это говорит о заангажированности. А форма пособничества, госпожа генеральный прокурор, она заключается в том числе в предоставлении тех или иных методов и средств для преступников, чтобы избежать ответственности. И когда высшее должностное лицо системы правосудия или там, системы правоохранительной не дает ходу подобным делам, это говорит не просто о заангажированности, а очень вероятно о соучастии. Скажу больше. Ваши подчиненные намеренно возбуждают в отношении клики Порошенко убогие уголовные производства, которые очевидно не имеют судебной перспективы, которые очевидно как минимум такие, знаете, плавающие, ненадежные, ну как то создание православной церкви Украины или назначение этого заместителя начальника разведки там, и так далее. Нет здесь судебной перспективы. Зачем это делается, я объясню, и вам объясню, уважаемые люди. Это делается для того, чтобы сейчас создать фон, что в отношении Порошенко, первое, возбуждаются голимые дела, которых нет вообще на самом деле преступления состава преступления. Второе чтобы создать у общества впечатление, что э, придумывают хоть что-то, чтобы политически с ним расправиться. это делается намеренно вероятнее всего высшими должностными лицами генеральной прокуратуры и госбюро расследований для того чтобы обелить этого человека с его подачи, по его указанию, либо по согласованию с ним. Те же дела, которые очевидно говорят о совершенных преступлениях, не просто не расследуются, они даже не возбуждаются. Одно в этой связи может, ну как бы не то чтобы успокаивать, но более-менее радовать. Такое количество компроматов, которое сегодня вылазит в отношении бывшего президента, не даст ему возможность дальше ручкаться даже с своими бывшими американ... или пока еще американскими партнерами. Вот кто бы что ни думал, кто бы как ни говорил, не даст. Он уже слишком загажен, запачкан, замазан. Он уже в деньгах, в крови, в коррупции, в... Ну, во всем, во всем, во всем нехорошем. Но от этого правосудие все равно страдает. Да, конечно, приятно читать, что поляки задержали еще одного, который разграблял Укр... залезницу американцы вводят санкции в отношении олигархата украинского за то, что он разорял там, государственные банки. Но это все их правосудие. А где же правосудие наше? Где же вы, госпожа Венедиктова? Кто вы? Наблюдатель не знающий или все понимающий соучастник? Надеюсь, не второе. Хотя это тоже потом будет установлено. Смотрите, Гонтарева съехала в Лондон и считает, что, считала, что она, ну, до нее никто не дотянется, ничего не будет понятно. А сейчас же на, э, на показ выходит вся правда о том, зачем рушились украинские банки. То, о чем еще я говорил в 2016 году, подтверждается сегодня. Умышленно убивалась банковская система, в том числе или в одной из первых очередей, с целью завладения деньгами юридических и физических лиц, нас с вами и фирм украинских, и активами банков. Понимаете? И у них это получилось. Жвание обвиняет Порошенко в том, что, по его сведениям, он заработал 4 миллиарда долларов. Может быть, я этого не знаю. Это должен установить нормальный, беспристрастный суд. У меня нет сомнений, что такое произойдет. Но жаль, что и это не та или не тот генеральный прокурор. Во всяком случае, пока я так это себе вижу. Кстати говоря, наверное, одно из более-менее позитивных назначений, которое произошло за последнее время, это появился новый заместитель главы администрации, или как они сейчас там себя обозвали, офиса президента, он бывший э, заместитель главного следователя милицейского Украины. С ним лично я не знаком, отлично знаю его шефа Фариника, генерала Фариника, умнейший человек, очень толковый следователь, э, сейчас, по-моему, адвокатствует. А этот человек был у него заместителем. Я понимаю, что те, кто прошел тогда еще следственную школу, а для того, чтобы стать заместителем начальника следственного главка МВД, ну, надо знать следствие, они понимают, о чем идет речь в уголовном процессе. И то, что специалиста по уголовному процессу, по правоохранительной системе, по работе с правоохранителями другими, назначили заместителем впервые, да, то есть там же такую грядку подобрали, ужас обнять и плакать. Один нарцисс другой мошенник, третий э, крышеватель мафов, по-моему, ну такой, забавка-забавка. Ну, Тут зашел специалист, ему э, поручили, если я не ошибаюсь, координировать работу с правоохранительными органами или там, ну во всяком случае от имени президента. В целом, может быть, я отно не позитивно отношусь к подобному вмешательству со стороны офиса, но хотя бы такой чиновник, он хотя бы знает, о чем он будет говорить. И тут же начался вой. Ой, это времен Януковича. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. Ну и что, что времен Януковича? Дальше что? Да, он времен Януковича. А еще он специалист. А еще он убийство, вероятно, расследовал и умеет расследовать. Вы кто-то можете, кто воет и завывает? Вы после Майдана хоть кого-то нормального выдвинули? Хоть одного можно назвать? Хоть одного маломальски понимающего в том, на что его назначили. Ну, кроме дерибана и грабежа. Не было ведь таких. Не было ни одного. Вообще ни одного после Майдана нормального человека во власть допущено не было. Я имею в виду специалиста своего дела. И как только того, кто понимает, что есть правда, а что есть вымысел, назначили, тут же э, активисты и прочая мутата начала... Скулешь и рассказ о том, ой-ой, яй -ой -ой -ой. Я думаю, что переживет это новый чиновник. Дай бог, чтобы он приносил стране благо и прибыль и смысл. Так, давайте дальше. Чай возьму. Нет, давайте дальше. Да. Итак, как несколько недель назад я подождите, две недели, да? Сказал, что зеленые хотят слуги поднять. Они уже не знают. Помните мультфильм, когда этот сеньор помидор или кто там кричал: Вы мало дышите специально, чтобы не платить налоги на воздух. Сейчас вот этот рисунок потом еще раз поставим. Эти уже не знают, как ободрать людей, откуда еще взять деньги. Вот они придумали, две недели назад они об этом объявили, что хотят пошлину за то, что вылетаешь из Украины. Или летаешь по Украине, придумать там что 2 доллара и полдоллара. Но в целом мы с вами считали тогда, это несколько десятков миллионов долларов они на ровном месте хотят себе сорвать. Абсолютно беспредставно, абсолютно. Ну, цель одна – заработать денег. С этого дня они это ввели. Раз. Два. С начала августа в половину вырастает цена на газ. Три. Пол... Э, на 15% до конца августа до половины подтянется. Они уже об этом заявляют, что это не мы, это рынок. Фих вам, это не рынок, это они. Это просто игра продолжения Порошенковского грабежа, только уже со стороны команды Зеленского. Три. Новые налоги, ненужные сегодня разгромленному малому бизнесу электронно-контрольно-кассовые аппараты. Четыре. Они разрешили экспорт защитных средств за рубеж. Казалось бы, неплохо, да, приток валюты и так далее. Но помяните мое слово. Сейчас пойдут в рост цена на маски, на халаты, на тапки и прочее, на дезинфекторы, потому что все будут вывозить туда. Будут вывозить туда выгоднее продать там. Значит, украинцам будут подтягивать цены под европейскую или еще дороже. Ну, то, с чего они начали, в общем-то, эту пандемию, да, их этот директор комитета парламента по здравоохранению, он же а золотился на масках, когда все вывез накануне пандемии. И вот эти 1, 2, 3, 4 можно перечислять, 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 перечислять. И это все зеленые слуги. Теперь они нарисовали вот такой рисунок. Ходимо с нами в депутаты. Уважаемые люди, скоро местные выборы. Скоро местные выборы. Зеленые слуги всем рассказывают о том, мы даже вот строчку пустили: видите: Ходимо с нами в депутаты. Они к нашей жизни, к стране, к государственному управлению, относятся как к хайпу. Мы для них лохи, быдло. Они нам включили ролик: Ходимо с нами в депутаты, и по их мнению, мы как лохи должны. За них голосовать. Они нам рассказывают, у них там рейтинг 25% 30%, еще сколько. У них не может быть никакого рейтинга за этот год. Они его помножили на 0. Не мы им его множили. Они своими действиями. Здесь можно прибарахлиться, помните, негодяй один по здравоохранению, на, на внуков хватит. Или там решаю по сахару или еще по чем-то. Ну, кого не возьми. Или там. Дети неполноценные, стерилизовать нужно родителей. Ну, то есть смесь торгашей, имбецилов, э, неофашистов, вот примерно то, что мы там получили. Может быть, один-два более-менее нормальных есть. И то такие предатели, то голосуют за э, откровенно антиукраинские законы, а потом выдвигают свои проекты и говорят, нет-нет-нет, вот я хочу переголосовать. Ну, такие школа Соломона Кляра. Но я о чем? Год назад страна это выбрала. И его тоже. Я сейчас о Верховной Раде, я не о выборах президента. Несомненно, со всеми с ними ассоциируется президент. Несомненно. Очень жаль, что может быть, его какие-то добрые мысли так и остаются у него мыслями, а не делами. А дела делают те зеленые слуги, которых мы видим, знаем, которые, как там, здесь так можно прибарахлиться, внукам хватит. Вот вся характеристика зеленых слуг. И вот они ставят плакат, задумайтесь, «Ходимо знамы в депутаты», то есть… На той же волне, на которой весь этот Шапито попал в парламент, на той же волне они хотят провести местные выборы. А, точно так же. Только Шапито из парламента и по подобию этого Шапито набрать Шапито в областные советы. В Киев Совет, в Днепровский, в Харьковский, в местные советы, в Поселковые Советы. Но в принцип тот же самый: не важно, кто ты, не важно, что у тебя в голове и в душе. Главное, под зеленым флагом ходима знамы, я специально акцентирую на этом ваше внимание. Не будьте, я не говорю быть злопамятным, я говорю быть памятливыми, помнить нужно помнить, что сделали, что обещали, каково сегодня живется в стране, как мародерствовали, как делили людей на полноценных, неполноценных и предлагали стерилизовать, как не могут управлять страной. Тернопольские и Луцкие мэры послали нахрен их, и все, и те сразу на следующий день выступили. Вот задумайтесь, да? Даже уважения к себе нет. Выступает и говорит: «Э, да, это э, очень может быть, что вы сейчас вернетесь в зеленую зону с красной зоны, куда они их отправили в зеленую сразу же через четыре зоны. так Тюх! Потому что страшно, потому что не знают, что делать, потому что не управленцы, потому что не государственники, потому что не интересы государства в голове. А легкость ⁇ необычайное мышление, как было сказано на одних переговорах. Думайте на местных выборах, за кого вы будете голосовать. Потому что потом все, что происходит вверху в парламенте, еще и усугубится в городских и областных советах. Да, я понимаю, что после Майдана э, в этих советах нациков тьма... Тьмущая и всяких активистов и прочих паразитов. Я понимаю это. Уверен, это все как пена будет... Вы, как это? Полопается, как пузырьки. Сойдет пена. Но не натяните туда опять эту мутную воду, которую год назад запустили в парламент. Вот президенту в этот бы бинокль было бы неплохо выискивать врагов рядом с собой. Потому что их настолько много, что... Повторюсь, все его доброе, наверное, человеческое начало ими просто нивелируется. Вот так вот. Скоро местные выборы. Не провороните, пожалуйста. Не пустите. БПП, Народный фронт это то, что разваливало страну пять лет. Сегодня зеленые слуги делают не хуже. Дальше идем. А, ну да. Ну а так как э, Киев, вот он, я сейчас в Киеве, я уже 10 лет в Киеве. Задуматься только. Да. В 2010 году по службе был переведен сюда. 10 лет в Киеве. Думаю, что знаю город. Ну, мягко говоря, неплохо. Его проблемы, а самое главное знаю, как их решать. Потому что этому учат в государственной службе. Опять же, еще один товарищ, который на волне Майдана стал мэром столицы, бывшей, э, гордость когда-то Украины, боксер Кличко. Э, я уверен, что ну, должно произойти все, что угодно, но второй срок мэрства этого человека – это окончательное приведение э, Киева в состояние Куива, упадничества, разорения и такого захолустья. То же самое. Обращаю сейчас внимание на это киевлян. Но вы же не только эмоциями живете, или там ну, плакатами, или как там, билбордами, ну какими-то реалиями надо жить. Стало больше, стало меньше. Стало вкуснее, стало невкусно. Стало сытнее, стало голоднее. Стало грязнее, ну и так далее. Мы с вами платим 60 миллиардов почти для города Киева в качестве налогов. 60 миллиардов. Надо быть удивительным гением, в кавычках, чтобы сделать так, чтобы коммунальные предприятия, которые... Столица — это всегда очень много денег. Сюда люди приезжают, здесь бюджет страны, здесь богачей много, это все тратится, инфраструктура работает, инвестиции, ну, инвестиций в Украине сейчас в принципе нет, но Хотя бы заемные деньги здесь воруются. Те, которые занимают, их потом разворовывают. А раз так, городская казна не может быть пустой, и город не может быть бедным сам по себе. Как можно было работать, чтобы Киев Парк Транссервис стал убыточным предприятием, я не знаю. Полмиллиона машин в день выезжают, уезжают, приезжают в город из города. Я думаю, что добрые там 30% этих машин где-то паркуются. Пусть 100 тысяч машин. 100 тысяч машин. 100 тысяч машин ежедневно где-то паркуются. Они кому-то платят. Собираются большущие деньги, не говоря уже за ночные стоянки и прочее. А Киев Парк Транссервис убыточное предприятие при Кличко. Еще интересно, киевский метрополитен, 600 миллионов убытков. Кто не знает, в день метрополитен перевозит, там разные есть оценки, усредним, полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек. Давайте для простоты счета миллион. Билет, если я не ошибаюсь, 8 гривен вот те 500 тысяч, уберем их на льготников, еще на кого-то. Миллион на 8, это 8 миллионов кэша наличных, безналичных, каких угодно, заходят в казну метрополитена в день. Это 240 миллионов в месяц. Это реклама к тому. Это торговля к тому. Это огромный массив возможностей и предприятие 600 миллионов имеет задолженность. Я объясню, как это делается. Допустим, разрабатывается так называемый электронный билет. Сама система электрон... Чтобы не э, жетоны кидать, а билет. Вот пью, и пошел дальше. Сама система электронного билета в 10-20 в раз дороже продается коммунальному предприятию или городскому совету. Понятно, что за откаты. После этого появляется прослойка, которая обслуживает систему электронного билета. И эта прослойка, а равно как и разработчик, которые за откаты все равно продолжают работать, они огромные проценты в цене билета забирают себе. Ну, условно, там, билет стоит 8 гривен, из них 4 или 5 гривен перечисляется на прокладки. Вот и все. Казалось бы, все законно, но это нифига не законно. Это очевидно преступный сговор. И так во всем. Не может быть убыточными эти предприятия, не могут. Ну Киев по странствам. Ну, специальный комбинат э, предприятий коммунально-бытового обслуживания, знаете, это о чем речь? Тоже убыточный. Это спецкомбинаты так называемые. Это те, которые ведают, в том числе кладбищами. Попробуйте захороните ну, не дай бог, конечно, но в конце концов потом мы все с этим сталкиваемся. Захоронить невозможно. Надо заплатить несколько тысяч долларов для того, чтобы похоронить близкого человека. Земля в дефиците. Ну и так далее. А дальше памятники, венки и так далее. Предприятие убыточное. Как так может быть? Я в прошлой программе говорил, что это объясняется только одним – Вокруг каждого коммунального предприятия, не считая того, что в самом предприятии деребанятся деньги на премии, на завышенные заработные платы и так далее и тому подобное, вокруг каждого уже давно существуют присоски, которые деньги предприятия коммунального просто выкачивают на какие-то непонятные услуги, которых не было, на все что угодно. Конечно же, все это делается с ведома городских властей. Покажите следующую таблицу. Киевляне, обратите внимание. Общий убыток каждый год от коммунальных предприятий Киева в среднем по миллиарду. Вот за три года 2,7 и 9, 1,2 миллиарда в год в среднем. Как как такое возможно? А ведь это наши с вами деньги. Это та скамеечка, которую они поставят вам во дворе и скажут, ой, какие мы молодцы. Или тот кусочек дороги они положат на 10 миллионов или там на сколько. И то украдут половину. И будут говорить, а мы думаем, что они такие классные парни. Они, не, они не, не, никак не могут быть классными парнями. Это наши деньги. Мы им их даем. Они просто их воруют в течение пяти лет. А под конец пятилетки, перед выборами, они начинают ставить скамеечки, э, эти как их почтовые ящики красить или новые вешать, перила белить, еще какую-то ерунду делать вообще ерунду, ерунду, грабя городскую казну. Это цифры, это факты. Факты самая упрямая вещь в мире. Задумайтесь перед тем, как вы будете голосовать за него за всех тех кто называется комбанда кличка или как они там все ну да как то так ладно это то что неправильно то чего не должно быть а теперь о том как это убирать никакой фантастики ничего надуманного только практический опыт и здравый смысл поехали давайте с первого городу Улицам, мостам, площадям нормальные исторические названия. Город должен быть городом каштанов, а не туй, кустов и рекламных бордов. Есть сомнения в этом? Я думаю, нет. Мы уберем все эти э, прозвища нацистские, которые сейчас навешали на город, прозвища каких-то там петлюровцев и прочих бандитов. Уберем это все. Этого не должно быть в Киеве. Киев нахлебался кровью благодаря им. Есть прекрасные герои и у Украины, и у Киева. А делать мы это будем за счет тех, кто переименовывал все эти годы, вместо того, чтобы дороги строить в Киеве, вместо того, чтобы школы строить в Киеве. Мы с вами говорили о том, что полсотни школ не хватает и сотни садиков. Они этого не делали. Они говорят о том, что они реконструировали шесть школ. А как это реконструировали? Крышу поправили за пять лет. Такие не нужны. Дальше. Дальше, пожалуйста. Обязательное условие застройки столицы. Вы хотите выгнать очередной набор высоток, еще чего-то? Сначала вы выгоняете школу или детский садик, рядом поликлинику, кто сможет стационар, только потом выгоняется набор высоток. Вот это будет нормально, вот это будет правильно. Тут же садики в, дет... в городке в этом небольшом все есть, все под рукой, детки устроены, родители не переживают, что на пробок не будет, потому что папе с мамой не нужно будет через город ребенка вести в школу или в садик, все вот оно есть, все нормально. Это тоже разгру... разгрузит дороги, это надо делать, а потом уже будете торговые центры выстраивать, дальше. Аудит и перезапуск всех коммунальных предприятий. Я уже об этом говорил. Не может ни метро, ни Укртранспарксервис, ни иные, ни спецкомбинат, ни другие. Их по порядка трех сотен. Не могут они быть убыточными, не должны. Раз убыточные, значит что-то не то: с директором, с тем, кто курирует от администрации с коллективом в конце концов. Либо с самим предприятием оно не нужно в таком случае. Все реально сделать это несложно, это все делалось и до нас, и в других странах, и в нашей стране. И все работает. И мы это сделаем. Дальше. Безопасность и комфорт в столице. Будут запрещены какие бы то ни было марши нацистов, ходы и прочая ерунда. Ношение намордников, балаклав, оружие, квазиоружия, палок, баллончиков, всей ерунды. Хочешь носить военную форму? Вперед, в армию, там носи. Хочешь намордник носить, арест или тюрьма и большой штраф. И быстро все это уйдет в никуда. Намордники надо носить только по рекомендации э, санитарного врача. И то надо теперь узнавать, нужно это маску вешать или не нужно цеплять на себя. Никаких смолоскипов и прочей фашистской ерунды. Не должно этого быть в городе героя. Да в принципе это чуждо духу Украины. Дальше. Так, транспортная логистика, максимальное использование одностороннего движения, э, использование максимально регулированных, регулируемых пешеходами светофоров, разгрузка улиц от грузового транспорта. В чем здесь могут быть вопросы? Что мешает не тупые зебры рисовать, да, когда едет четырехполосное движение в центре Киева? Идет один человек? С той стороны стоит 100 машин, с этой 100 машин. Это вызывает тянучки, пробки и так далее. Почему нельзя поставить, как за рубежом, регулируемые пешеходами светофоры? Кнопку нажал, подождал, собралось какое-то количество пешеходов, быстро перешли, машины поехали дальше. И ясно, цивилизованно, удобно. И так далее. Все реально. Только делать надо. не Не красты треба, а делать. Это реально сделать в Киеве. Мы это сделаем. Дальше. Солидарная финансовая ответственность подрядчика, который построил что-либо, и городского чиновника, который подписал с ним договор и принял эту работу. О чем речь? Вы знаете, что у нас, особенно при кличко, асфальт смывается вместе с весной. Ну, весна пришла, асфальт ушел вместе со снегом. Ага, они умудрились даже в этом году, когда снега не было, потратить э, такое же количество денег на снегоуборку, как в том году, когда... Было много снега. Представляете, такое откровенное, откровенное такое воровство. И их совести хватает еще говорить о том, что будет баллотироваться дальше. Так вот, солидарная ответственность. Сдало предприятие, чиновник принял. Что-то пошло не так. Пока мы будем разбираться с предприятием, чиновник уже платит. Ты принял, ты. Потом тебе возместим, если ты будешь хороший парень и ты будешь прав. Потом, а сейчас, раз ты принял говно, ты за это говно и заплатишь. И вы увидите, как они будут сами проверять, какую дорогу сделали в городе. Сами будут смотреть, как покрасили подъезды, как сделали крышу в школах, что закупили для детей сами. Потому что это деньги потому что они не хотят платить ни с откатов, ни со взяток, ни с зарплаты. Прекрасно. Солидарная ответственность. Пока того ищем, ты платишь. Не платишь – тюрьма. Дальше. Вернем Киеву, городской громаде, все незаконно розданные земли и объекты. Ну, Многие об этом говорят, несомненно, и каждый раз обещают, но это нужно сделать, вот и все. Как это делается? Проводится юридический аудит принятых решений городского совета, они отменяются и с помощью... Там Кличко создал вот эту бан, э, группу молодчиков под названием "Муниципальная Варта". Вот они, чтобы зря э, не ели э, наш с вами хлеб Киевский, они и будут э, заниматься принудительным изъятием того, что принадлежит городу. Плюс там огромный юридический департамент, претензионная работа, прокуроры есть, которые квартиры от города получают. Ну, прекрасно, пусть все будут помогать. Все реально. Ну, вот реально и все. Это делать просто надо. Дальше. В 10 сократить городской чиновнический аппарат. Все реально, абсолютно. Они не нужны. Задумайтесь, мы как-то считали в публичном аудите просто так вот для интереса чиновник среднестатистический чиновник управления культуры, по-моему, городской в старом здании на него приходится 160 квадратных метров вот. и, и площади много и людей тьма тьмущая заместителей полно директоров департаментов и все они получают баснословные для вас, уважаемые, труженики зарплат. Я думаю, они не нужны. Все реально делать... Э... Знаете, э... когда был районным прокурором, для меня это было немного дико. У меня было пять заместителей. Пять. Всю жизнь работал был один, от силы два. А здесь пять. Не знаешь, чем их занять. Ну, вернее, как, смотришь на них, они сами не знают, чем заниматься заставил расследовать дела. То есть следователей не хватало, заместители начали расследовать дела. И все нормально. Производительность труда повысилась, уголовные производства пошли в суды. Дела, которые валялись, быстро позаканчивали, потому что заместители люди с опытом, они знают, как работать. Я к чему? Всему и всем можно найти применение. Главное делать, главное работать. Дальше. Аудит и привлечение к ответственности за уничтожение города из-за разорения городской казны всей этой комбанды этого господина. Это тоже несложно. И аудит провести несложно. И правильно составы правонарушений выписать и преступлений. И иски предъявить, и обратить взыскание на то, что было ими захоплено в городе. Вот так вот. Такая несложная моя программа из девяти пунктов для похода в мэры Киева. В мэры пойду, как бы вы, господин Кличко, не давали там ваши эти присные, не давали команды а, не ставить в соцрейтинге, соцопросы. Ваш рейтинг не такой, как вы себе рисуете, мягко говоря, и мы это увидели, в том числе здесь на экране. Поэтому, уважаемые люди, и в Киеве, и в Днепре, и в других городах, и в областях, помните, скоро выборы. Вы будете выбирать новых управленцев в регионах, и в Киеве в том числе. Не допускайте ошибки, не верьте, не забывайте. Помните о том, как обещали и как делали. Не верьте в то, что если в последний год пребывания у власти, они вам поставили лавочку или повесили новый почтовый ящик, или приняли вас где-то в приемную у себя, или мост открыли, который, правда, трескается, или дорогу постелили, но почему-то в последний год, прямо перед выборами. Это сделано с единственной целью. Они считают нас, вас, меня, дураками с очень короткой памятью. Они считают, что мы запоминаем последний эпизод. О, едем, дорога стелется. Какой молодец. Ой, ты смотри. А я считаю по-другому. Пять лет ни черта не делалось. Пять лет по 50-60 миллиардов грабилось. Умножьте 5 на 60. 300 миллиардов гривен. 300 миллиардов гривен. За эти деньги э, Киев должен был быть э, двухуровневым. Я имею в виду дороги, трассы, развязки и так далее. Мосты, новые станции метро. А не сделано ведь ничего вообще. И так во всей стране. Подобные вещи забывать нельзя. У меня осталось 9 минут, и я готов их потратить на общение с вами, как и обещал. Прошу. Алло. Реб... Ребят, что-то со связью, да? Алло. Алло. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э, у меня к вам вопрос вот такой интересный. Я многим задаю этот вопрос, но так конкретного ответа так и не получаю. Какой вопрос, такой ответ? Э, ну, смотрите, вот мы все отлично понимаем, э, вся Украина это понимает, что на сегодняшний день полиция ну, мягко говоря, боится радикально настроенных людей. Ничего с ними делать не в силах, то ли не хочет, то ли не может. Ну, вот, вот этого я не понимаю. Как вы думаете? У меня такой вопрос. Что нужно поменять? Ну, не знаю, что, что нужно делать в сфере полиции, чтобы наконец-то они действовали? Чтобы наши граждане, мы с вами, спокойно могли гулять Сейчас отвечу. Сейчас отвечу. Только э, в двух ракурсах. Первое, поменяться самим, стать радикально настроенными по отношению к тем, кто к вам радикально настроен. В каком смысле? Всегда быть готовым дать отпор и не жалеть. Это то, о чем я говорю, когда бандит ломится, не жалейте его. Не жалейте, жалейте себя, любите себя. Нет других вариантов. Вы правильно сказали. Полиция против бандитов слаба, не помогает очень часто. Хотя есть классные подвиги, и я за это этим ребятам аплодирую. Но это отдельные эпизоды. Итак, поменяться самим. Себя надо защищать самостоятельно в сегодняшних обстоятельствах, которые есть в Украине. Что касается самой полиции, вспомните, дифференцированный подход. Где-то очень четко полиция действует, радикалов мордами вниз укладывает, поступает абсолютно по закону. Жестко, четко, понятно, все прекрасно. Где-то не видит, не слышит. О чем это говорит? Как вы считаете? Он положил трубку, да? Вы положили трубку. Ясно. Вы сами как считаете? О том, что пришла команда, не трогать, отойти, отвернуться, не видеть, не слышать. Значит, надо что сделать? Заменить командиров. А командовать кто им может? Только самые главные боссы. Все? Ответ простой как содержатся квазимилитарные или парамилитарные формирования? Как это происходит вообще? Как в Германии, в нацистской, могла существовать СА, СС, СД? Как? Ну как, святым духом они питались? Нет. Им платили. То есть нацистской партии платили немецкие промышленники, а те содержали боевиков. Ну, вот в переводе на современный язык. Как только этот поток пресекается денег, через месяц толпа расходится. Жрать что-то надо. Что делать? Будут. Стало быть вопрос государственной безопасности и национальной безопасности. Пресечь подобные потоки. Это раз. Два. Точно так же вопрос государственности. Вышибить из кресел всех тех, кто надев погоны, либо солидные министерские спецслужбистки и прочие портфели взяв в руки, параллельно руководит подобными группировками. Три. Олигархат как класс должен быть уничтожен, потому что именно он питает своими деньгами парамилитарные формирования. И все, на том все прекратится. И полиция будет выполнять свои функции аж бегом. Вы думаете, полицай, полицейским нравится вот это все? Уверен, что нет. Там много прекрасных людей. Дальше. Дальше. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Максим Юрьевич, да. добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела поговорить с вами о чернобыльцах. Пожалуйста, торопитесь, время В общем, идет. чернобыльцы выплачивают им 75 гривен оздоровительных, подчеркиваю, на год. Как на год? На год, да, вот получает, вот у меня муж был в Чернобыле, получает родители 75 гривен на год. А члены наглядовой рады получают захмарные зарплаты, вот и все дядька. Более того, не кладите трубку, вы правильно говорите, вы же помните, да, Зеленский говорит, мы не будем вам больше столько платить, не больше, что там, 46 тысяч в месяц, да? 47. Сейчас хопочки, ему сказали в МВФ, а ну бегом дал нашим агентам денег. И он такой, ну да, ну да, мы все вернем. А потом э, нам всякие арахами, или как их там зовут, в телевизор рассказывают о том, какая Украина самостоятельная держава. Нам никто не будет диктовать никаких условий. А сами кормят за наши деньги и иностранную агентуру влияние. И по сути, кстати, вот тому парню, который звонил, ответ. За наши же деньги содержатся нацистские формирования. Квазинацистские, как угодно. Ответ, ответ, я не спросил, как к вам обращаться. Ответ здесь очень простой. Татьяна. А, Татьяна. Вы не положили трубку. Э, Замечательно. Донецкая область, Бахмутский район. С вами это... земляки. Бахмутский, это Артемовск? Да, 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 это бывший Артемовск. Это теперь Бахмутом его назвали, да? Бахмут, а да, чем Артемас плохо? Нет, маме было и так хорошо. Ясно. Ясно. Ну, сносить памятники, сбивать таблички, названия, это то, что в части у тех, кто пришел к власти, ничего не попишешь. Ответ здесь такой. А, на сегодня подобное является государственной политикой. Это плохо. Это не это не, 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 не честно, не конституционно, несправедливо и так далее. Но они это узаконили. Понимаете? Я говорил уже вам о том, уважаемая Татьяна, что все, что ненормально, узаконили. И теперь на ваш вопрос, а как это, это законно или нет, ответ такой, да, с точки зрения голой юриспруденции, вот нормы права, это законно. Хотя как это можно назвать правом? 75 гривен на год? Это вообще какой-то абсурд, это нонсенс. Ведь э, те, кто ликвидировал аварию на ЧАЭС, по сути, спасли сегодняшнюю страну, сегодняшнее поколение. Но э, параллельный пример это то, что происходит с пенсиями. Ведь э, самое основное, 5 долларов в день, все, что ниже, это за чертой бедности считается. То есть 150 долларов в месяц. 150 долларов в месяц это порядка 4000 гривен. Вы без меня знаете, сколько людей в Украине получают до 4000 гривен. Думаю, что речь идет о половине граждан Украины. То есть миллионы людей за чертой бедности, это не мои расчеты, это расчеты Организации Объединенных Наций, это их метода. Как менять? Менять систему. Нет другого ответа. Мы переставляем кровати в публичном доме. А те, кто на этих кроватях кувыркаются, те же самые. Они просто флаги разные берут. Зеленого цвета, хоп, там, э, этого, оранжевого, еще какого-нибудь. А на самом деле оно все одно и то же. Систему надо менять, бордель разнести. Ну, если вот так. Будем принимать еще или что, минуту? Мне запрещают принимать звонки. Сказали, у меня есть минута. как же хочется, чтобы мы с вами, подводя итоги, допустим, недели, говорили о новых красивых украинских предприятиях, о достижениях наших людей на мировой арене, о отстроенных городах. Хочется очень. Можно, конечно, напускать пыль в глаза и там строить какие-то воздушные замки. Но в отличие от других каналов, КРТ это не пропагандистский канал, ни власти, ни олигархата, ни кого-то еще. Именно поэтому его давят, потому что на нем правду говорят. А правда сегодня такая, которую вы услышали в том числе от меня в эфире. И знаете уж что? Уж лучше набраться терпения ума и злости, чем быть расслабленными и ожидать какой-то подачи откуда-то. Адсюди, или відсюди, неважно. И І не забывать. Пусть Бог хранит Україну, кожну українську сім'ю. До свидання. Редакція телеканалу може не поділяти суб'єктивну думку гостя. Проте, ми транслюємо цю програму, адже суспільство має право чути висловлювання різних людей. Редакція із задоволенням надасть право на відповідь. всім особам, які були згадані у програмі.